Баланс силы. Подожди, Кристофер, никогда не надо впадать в панику, пока не удостоверишься, в чем дело. Боже ты мой. Кто-то приближается, вон там! Что случилось? В чем дело? Быстрее, что случилось? Что такое? Что происходит? Быстрее! Скорее! Быстрее! Быстрее! Бежим! Торопитесь! Бегите! Все на стены! Что же это? На воде орудие! Что это за штуки? Проверяю по своей базе данных. Не может быть. Это механические охотники. Они очень опасны. И считалось, что их уничтожили. Макестро нашел способ восстановить их. Так давайте их опять похороним. Ха-ха, приманка сработала. Концентрируйте огонь на нем. Это невозможно. Аккумуляторы садятся, милорд. У них достаточно мощи. Боюсь, нужна перезагрузка, милорд. Молчать! Мои охотники неуязвимы. Они никогда не отступают и разрушают все на своем пути. Приказываю сжечь поля! Зачем они так? Эх, горят семена сада древности. Мы должны победить армию Макестра, иначе народ умрет от голода. Thank you.
Эй, привет! Скучал, парень? Королева Татания, как продвигаются дела? Медленно. Исследования древней технологии свода идут быстро, но постройка новых кораблей еще не закончена. Мы уязвимы, а новые бандиты Ринара захватывают наши земли. Да, мы столкнулись с его машинами вчера ночью тоже. Риск увеличился. Ты что, Вилли? Что такое? Нашел кое-что. Поразительно. Что такое? Нажми кнопки по порядку. Север, юг, восток, запад. Древние спрятали свое оружие хорошо. В глубокой камере более мощное оружие. Куда уж глубже. Ух ты! Позвольте представить самый мощный аппарат, известный людям. Я уже знаю его имя. Это X-1157. Нет, не так. Это Воин-паук. Вторжение. Что такое? Привет, Джек! Привет, Хрю! Как дела? Кристофер, что ты здесь делаешь? Их дома разорены. Они нуждаются в укрытии, поэтому я и привел их в безопасное место. По дороге к ним присоединилось и много других людей. Я сказал им, что эта машина защитит их от злых монстров. Это самое безопасное место! Кристофер! Я не хочу лишать их надежды, но вы не можете остаться. Почему? Мы воюем и не можем помочь вам. Мы не будем беспокоить. Создадим свою группу. Он прав, Джек. Фермеры – самодостаточные люди. Они создадут новую коммуну. Что мне делать? Это большая ответственность, Джек. Брать на себя заботу о других людях. Но люди нуждаются в нашей защите. Подождите! О чем мы говорим? Я думаю, нельзя доверять незнакомым людям. А если они украдут что-нибудь от свода? Выбор за тобой, Джек. Слушайте, пока можете остаться, хотя я не уверен, что это правильно. А потом увидим. Заряд готов. Готовы, Ваше Величество. Отлично. В чем причина? Почему защита не сломана? Моя машина ждет. Мы почти готовы, милорд. Не ошибись. Провал будет последним в твоей жизни. Разрушить защиту немедленно! Взрывайте! Взорвать заряд! Я взорвал! Что это? Вот это да! Они все прибывают! По
Почему не взорвалась защита? Ваше Величество, есть проблема. Всем силам вперед! Взять этих людей, а этой я займусь сам. Одно движение, и эти люди умрут. Защита Новой долины прорвана. Все силы в атаку. Нет. Знакомая ситуация, мой друг. Все просто. Теперь я хозяин Ксибера-9. Разрушь защиту, идиот! А я отвечу... Нет. Если не отдашь мне его немедленно, весь народ этого королевства начнет умирать. Один за другим. Не делай этого, Джек! Не думай о нас! А этот парень как раз будет первым. Я ничего не могу сделать. Я знаю, Джек. Если не увидимся, я верю, ты справишься. Я не готов. Ты готов. Вот и все. Сос, на нас напали, они взрывают нас. Правый мотор не работает, прикройте, нужна помощь. Отсоединить корабль. Миссия выполнена. Отлично. Наконец-то. После всего, что случилось, он у меня. Мне трудно в это поверить. Уничтожьте их! Выжечь там все! У них не должно быть шанса. Что это такое? Оставь моих людей! Уничтожить! Уничтожить всех! Бомбардировщики, огонь!
меня! Нет! У тебя мой друг. Не сдаешься? Ты очень храбрый, Джек. Твоя очередь. Я не отдам его. Ты проиграл. Отдай мне Ксибер-9. Мы очень скоро снова с тобой встретимся. А когда встретимся, твой мир навсегда сгинет во мраке. Я был немного занят. Как я рад нашей встрече. Убирайтесь с глаз моих. А? Милорд. Вы не оказались бы в такой беде, если бы я не дал семена для нового урожая. Поэтому макестро изжег поля. Что я хочу сказать? Вы можете остаться здесь. Ура! Спасибо! Спасибо вам! Думаю, сегодня мы сделали первый шаг на пути к чему-то очень важному. Конечно, сделали. Больше, чем думаете. Да, к катастрофе. Посмотрите вокруг. Разве тут жить теперь можно? Эй! Если не будешь доверять кому-нибудь, останешься один. У нас говорят, если ничего не делать, то и получишь ничего. Анна, я не понял, что ты сказала, но это... Смотрите, вон там!